Помимо окружного бюджета, в ходе сессии рассмотрели еще 15 вопросов. В частности, шла речь об изменениях в системе налогообложения, а также прожиточном минимуме пенсионера на 2021 год. С 1 января 2021 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс России, касающиеся патентной системы налогообложения. В частности, расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система. Это деятельность автостоянок, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств. Также плательщикам патентной системы налогообложения предоставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы. В связи с этим на сегодняшней сессии депутаты внесли изменения в 55-й окружной закон и 103-й окружной закон, в котором увеличивается количество видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения, а также в те, которые предприниматели осуществляют деятельность в торговле и общественном питании, площадь торгового зала увеличивается с 50 до 150 метров квадратных. Напомним, применять патентную систему налогообложения могут только индивидуальные предприниматели, которые трудоустроили не более 15 человек. Особенность патента в том, что налог здесь рассчитывают, исходя не из реально получаемых доходов, а из потенциально возможных. Его размер устанавливается законом субъекта России. В то же время в данном законопроекте происходит увеличение потенциально возможного годового объема дохода предпринимателя в связи с тем, что федеральный законодатель позволил уменьшить стоимость патента на разницу, если это есть страховые взносы, то есть уменьшение страховых взносов, а если у него есть наемные работники, то наполовину патента уменьшается стоимость его. В то же время это никаким образом не скажется на увеличении налоговой нагрузки на предпринимателя. А так как этот налог поступает в местный бюджет, в этой сфере уменьшение дохода также не произойдет. Максимальный период, на который может быть выдан патент – календарный год с 1 января по 31 декабря. Минимальный – 1 месяц. В соответствии с принятым на сессии законом округа, размер потенциально возможного к получению годового дохода ИП по всем видам деятельности увеличивается. Наталья Кардакова напомнила, что в ноябре этого года на очередной сессии принят окружной закон о продлении налоговых каникул еще на 3 года, до 1 января 2024. Кроме того, парламентарии одобрили законопроект, повышающий величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Его величина составит 19 353 рубля. В сентябре был утвержден прожиточный минимум пенсионеров. С того времени формулу федеральное правительство поменяло, пусть с опозданием, но она к нам пришла. И вот на этой сессии мы утвердили новый прожиточный минимум по новой формуле. Он практически на 1000 рублей стал больше того, который был утвержден в сентябре. Это позитивное изменение. Плюс в настоящее время в Государственную Думу внесен закон, насколько я знаю, о том, чтобы не допускать в будущие годы снижения прожиточного минимума в случае, если изменять какие-то параметры, которые используются в формуле. По сравнению с 2020 годом величина прожиточного минимума пенсионера выросла на 1397 рублей. Этот показатель необходим для расчета региональной доплаты к пенсиям тех граждан, у которых она ниже прожиточного минимума. По данным отделения соцзащиты НАО, прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит порядка 1300 пенсионеров. Иван Сысоев, Ольга Руссул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».